Иисус въезжает в Иерусалим. Его толпа восторженно встречает. Осанна царь, ликуя, восклицает и преклоняет голову пред ним. А он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, когда толпа с такой же самой силой потребует Пилат Христа распни. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо возгласов царю Осанна он слышит крик: «Распни его, распни!» Иисус въезжает в Иерусалим, его толпа восторженно встречает. Деревьев ветви под ноги бросает и преклоняет голову пред ним. А он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, в который деревянный крест колотят, чтобы к нему Иисуса пригвоздить. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо пальмовых ветвей славы он видит крест, насмешки и плевки. Иисус въезжает в Иерусалим, его толпа восторженно встречает. Пред ним свои одежды постилает и преклоняет голову пред ним. А он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, когда, смеясь, солдаты бросят жребий, чтобы его одежды разделить. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо тех одежд, что постилали, хитон свой видит на плечах чужих. Иисус въезжает в Иерусалим,